Быть актрисой – призвание Анастасии Титовой. В театральном мастерстве девочка добилась успехов. Награду за любимый труд получить вдвойне приятно. Детство любила рассказывать сказки дома, сначала маленькая. Потом в 9 лет меня мама привела в этот театр. Мне там очень нравилось. И мне нравится это, потому что я нашла себя. Это дело моей жизни, которому я хочу посвятить абсолютно всю свою жизнь. 8 лет своей жизни вокалу уже посвятила Арина Савастьянова. За это ей сегодня вручают сертификат и премию 3000 рублей. Я очень не ожидала то, что меня сюда отправят, но меня отправили, и мне очень было приятно. Творчеством в Омске сегодня занимаются 5508 детей. Они участники 188 клубных формирований. Танцы, театр, вокал, цирковые студии. Такую деятельность активно поддерживают депутаты Омского городского совета. В нашем городе есть будущее. И депутатский корпус, безусловно, будет поддерживать все инициативы, направленные на то, чтобы детей занять творчеством, чтобы они могли самореализоваться. Одаренных детей выбирала экспертная комиссия. Особое внимание обращали на активность и участие в конкурсах. По итогам творческого сезона премии присудили 24 намечам. Ксения Бессараб, Максим Мартынов, Антенна 7.